Почему в России подорожал борщ? Вопросы с ценами на базовые продукты, в частности на овощи борщевого набора, сегодня стоит особо остро. Причины аномального повышения, по словам экспертов, связаны в основном из-за непогоды в некоторых регионах, из-за сокращения посевных площадей. Сколько стоит борщевой набор в Карачао-Черкесии? Представители регионального отделения партии «Единая Россия» ведут мониторинг цен в продуктовых магазинах. Основная задача – не допустить повышения цен на сезонные продукты. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня на обед у нас красный борщ. К сожалению, морковь подорожала. Но, имея свой огород, себестоимость борща выходит для нас очень дешево. Мы сами выращиваем морковь, свеклу, и поэтому нам борщ обходится дешевле. А тем, у кого нет своего огорода, приходится покупать морковку и другие ингредиенты для приготовления борща в магазинах. А это гораздо дороже. Чтобы снизить рост цен на сезонные продукты, в том числе и на так называемый борщевой набор, члены регионального отделения партии «Единая Россия» проводят мониторинг цен по всем продуктовым магазинам. Очень важно, чтобы наш мониторинг позволил выявить места, где наблюдается превышение стоимости на продукты, и узнать причину, отметили представители партии. Мы, как региональное отделение партии, вот и депутатский корпус в том числе, в течение 2 недель проводим мониторинг цен в розничной сети, в торговой сети, в сетевых магазинах на данные продукты. Хотелось бы отметить, что вот уже 2-ю неделю можно заметить, что на ряд продуктов цены все-таки стали немножко ниже. Хозяева, скажем так, представители сетевых магазинов дают оценку росту цен и в данный момент снижению цен сезонному фактору и присутствующим на нашем рынке импортным товарам. В постановлении правительства Российской Федерации обозначен ряд направлений: поддержка местных производителей, организация ярмарок. Это позволит напрямую поставлять продукты потребителю от производителя по низкой цене, отметили представители партии «Единая Россия». Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.